Спасибо. Спасибо. Губернатор Евгений Куйвашев на удаленке в режиме ВКС подписал с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером программу газификации Свердловщины до 2025 года, одним из важнейших положений которой станет модернизация и возведение новых газораспределительных станций в Сухом Лагусе, Серти, Арамиле, Бриже, Камышлове и Артемовском. ГРС, действующие в этих муниципалитетах, работают с предельной нагрузкой и тормозят газоносное развитие территорий. Реализация подписанного соглашения позволит увеличить объем транспортировки топлива через модернизированные станции на 118 тысяч кубометров в час. Важнейший шаг исполнения поручения президента России по ускоренной догазификации. Темпы газификации сдерживала низкая пропускная способность газораспределительных станций. И реализация такой программы снимает все ограничения и увеличит производительность 6 дефицитных станций. И важным результатом программы также станет повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов и улучшение экообстановки. Как уточнил глава региона, благодаря соглашению с «Газпромом» область может подключить к газу 20 тысяч домовладений, промплощадки и агропредприятия и переведет на газ 10 угольных котельных.